Здравствуйте, Евгений, с победой. Судя по счету сегодняшнего матча, удалось качественно на игру настроиться? Ну, честно сказать, были проблемы, нас повели, потом они сравняли счет. Ну, наверное, в третьем периоде, может быть, у нас или там эмоций было больше, или сил, как бы додавили. Сегодня 10-я победа, то есть уже все рекорды, какие можно, побили. Насколько это мотивирует? Ну, я не знаю. Я не знаю, как все, но лично я не стараюсь не думать об этом, как настраиваюсь на каждый матч отдельно. Какой по счету хет-трик в карьере? Спасибо. Как в целом от эмоций от сегодняшнего матча? Все ли сложилось, все ли получилось? Что планировали? Ну, да, еще бы не пропустили. В принципе, все нормально было еще. То, что вы в третьем периоде забили, ну, точнее, команда СКА забила в третьем периоде за первые 2 минуты 2 шайбы, это была какая-то установка Быкова или просто так получилось? Ну, я думаю, что это работа всей команды. Мы хотели, нас не устраивало из течения обстоятельств. 2-1 счет после второго, довольно-таки скользкий. Как бы мы, ну, достаточно мотивированно вышли. Ну, и я не знаю, может быть, конечно, мы были, как я уже сказал, свежее, и сил побольше осталось, чем у соперников. Первые 2 периода были довольно равными. Вы можете сказать, что вы были на голову сильнее? Или просто третий период? Нет, я, да, наверное, третий так уже получилось, что там Витязь немножко уже даже посыпался в конце. А так счет не отражает, как бы, игру.